Сегодня компания TenoShare for UK нам рекомендует с вами сделать небольшой обзор по программному обеспечению, которое поможет нам разблокировать iPhone и iPad, iPod Touch устройства. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Итак, я уже вам показывал подобную программу, но эта программа немножко отличается, просто другая компания, суть та же. Есть три пункта, по которым мы можем разблокировать наши iOS-девайсы. Это по экранному паролю, по Apple ID и по iCloud. То есть этот процесс несложный, все так же в принципе работает. Я вам наглядно покажу, как это делается. Расскажу и покажу теорию, о чем здесь говорится. Рассмотрим сам сайт, полную информацию. Давайте же знакомимся с данной программой, то есть небольшая информация. Три способа сброса пароля на iPhone без пароля, такое нехитрое название. О чем здесь говорится? Если вы когда-либо забыли пароль от своего iPhone, вы знаете, как это может быть неприятно. Все ваши контакты, фото, аккаунты, социальные сети и многое другое спрятано в безопасности за экраном блокировки, но вы не можете получить к ним доступ. Может быть не дано, так короче, все то, что мы знаем, в принципе, о чем тут говорить. В принципе, сбросить пароль можно и, конечно же, на iTunes все это дело восстановить, если была резервная копия. Что нам здесь говорится? Бесты метод сброса пароля через программу For UK, как обойти в режиме восстановления, сброс пароля на iPhone при помощи режима восстановления, удаление или откат к заводским настройкам при помощи iCloud. Часто задаваемые вопросы о сбросе. Здесь есть небольшое содержательное видео, как это делается и так далее, и так далее. Здесь нам рассказывается по пунктам, что нужно сделать. Скачать, установить на ПК. Как только запустите приложение, вылетят три окошка. Подключите iPhone к ПК, также программа обнаружит ваше устройство, определит версию iOS и так далее. Теперь вам будет необходимо скачать только текущую новую свежую прошивочку и установить. То есть процесс гласит о том, что у нас сбросятся все настроечки подзаводские и накатится новая прошивочка. Вы сможете активировать данное устройство. В общем, ссылочка будет закреплена на ознакомительную информацию и на скачивание данного программного обеспечения. Здесь также нам показано, как ввести в режим восстановления, в TFU режим, как еще называется, все по пунктам, по шагам на каждое устройство от iPhone 8, 7, 6s и так далее. Все здесь, вся информация, которая вам будет нужна, вы сможете ознакомиться прекрасно и все будет доступно, понятно. Если, конечно же, у вас будут какие-то вопросы, вы всегда можете мне написать. Я всегда на связи, 24/7, обращайтесь. Первый пункт убирает блокировку экрана, второй убрать Apple ID и третий обход активации, а именно iCloud. Выбираем наш первый пункт, нажимаем начать. Подключили наше устройство, нам нужно ввести его в режим восстановления. На каждое устройство вы можете найти в гугле, как это сделать. После того, как сделали, определилось устройство, версия iOS, нажимаем загрузить, прошел старт. Первым делом у нас скачивается прошивка, второе дело у нас накатывается, а именно, то есть удаляется экранный пароль и подчастую мы это дело накатываем. Безопасно, без каких-либо действий. Вы можете, конечно же, сказать, что можно это iTunes, конечно же можно, но все-таки здесь функционал немного больше, которым я вам расскажу дальше. Здесь прошивочка накатилась, можете активировать устройство. Смотрите, какая у нас история с удалением Apple ID. То же самое, подключили устройство, здесь нам предлагают выбрать, то есть блокировка экрана, да, нет, выбираете ваш подпункт. И точно так же у нас определяется, какое у нас устройство, какая у нас версия iOS. Нажимаем «Скачать». Скачалась прошивка, сбросятся настройки и можете заново активировать устройство. Последний пункт, самый основной, обойти MDM. Это обойти iCloud активацию. То есть точно так же подключили устройство, в режим восстановления ввели. Жмете «Скачать», прошивочка опять. Скачивается, сбрасываются все настройки, накатывается последняя версия прошивки. И вы получаете чистое устройство, которое можете активировать и полноценно использовать. Вот так вот это все дело выглядит, друзья. Ничего сложного нет, все как всегда просто. Скачали программу, подключили устройство, сделали вам нужную процедуру и получили желаемый результат. Все ссылки будут в описании и в закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик. Оставляйте ваше мнение в комментариях. Скоро увидимся!